на улице тепло. Первая половина мая у нас выдалась очень холодной. Мы все ждали тепла, и цветы, и листья на деревьях совсем не торопились распускаться. А весной в саду всегда найдется много дел. Нужно и облагородить цветники, ухаживать за растениями и, конечно же, убирать территорию после зимы. В первой половине месяца погода была, очень уж нестабильная. У нас то шел снег, то начинались заморозки, и поэтому я не спешила с высадкой растений в грунт. Первое, что я рискнула посадить, это виолу, ведь она очень неперехотлива и отлично переносит даже небольшие заморозки. Действительно, эти цветочки очень радуют глаз, когда клумба еще такая немного грустная, и другие цветы, такие как тюльпаны, совершенно не торопятся распускаться. Весна – это одно из самых романтичных времен года. А с наступлением теплых дней наконец-то можно наряжаться в свои любимые платья. Один из моих любимых весенних образов – это платье с длинным рукавом из льна в бежевом цвете. Я выбираю для этого платья туфли на устойчивом каблуке и дополняю образ ажурными колготками. Для того, чтобы образ действительно заиграл, его нужно обязательно дополнить разными деталями. Одно из таких – это мое новое приобретение – часы в винтажном стиле от белорусского бренда «Хвилина». Они создают дизайнерские лимитированные линейки наручных часов. Мои часы из коллекции «Ада». Она вдохновлена персоной удивительной женщины, ставшей первым программистом в истории и опередившей свое время. Это графиня Лавлейс Августа Ада Кинг. В 19 веке она написала несколько программ для вычислительной машины, которая существовала только в проекте. Модель, которую выбрала я, выполнена в викторианском стиле и сочетает в себе современный минимализм, что делает часы абсолютно универсальные и подходящие к разным образам. В основе часов кварцевый швейцарский механизм, корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло. Для меня очень ценно и важно, что каждое изделие несет в себе свой особенный смысл и философию. Когда выбираешь часы, погружаешься в удивительный мир вдохновляющих историй, стоящим за каждым дизайном. И каждый раз, смотря на свои выбранные часы, я чувствую сопричастность и как будто держу в руках историю. Эту и другие коллекции часов от компании «Хвилина» можно увидеть, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Пятого мая мы отмечали праздник Светлой Пасхи. Этот праздник у меня всегда ассоциируется с бабушкой. Я вспоминаю свое детство, как я просыпаюсь, захожу в гостиную, а там уже накрыт стол. Посередине стояло блюдо, на котором красовался кулич. Вокруг кулича были разложены пасхальные яйца, а сам кулич украшали маки. Они, конечно же, были искусственные, но выглядели как настоящие. По разным сторонам от главного блюда с куличом стояли металлические корзиночки с позолотой, которые были доверху наполнены окрашенными пасхальными яйцами.
такие воспоминания оживляют ушедшее время. И, конечно, заставляют немного переживать, но в то же время и несут радость в сердце и вдохновляют на то, чтобы продолжать традиции. Возможно, что-то уже видоизменилось, но в сердце остается все то же тепло. Когда все праздники закончились, а дни стали теплее, я первым делом взялась за наведение порядка в детском садовом домике. Уже несколько лет, как в этом домике дети почти не играют. Он больше использовался для склада игрушек, когда что-то нужно убрать с улицы. И меня это, конечно, немного печалило. Ведь я люблю этот домик, и он такой милый и уютный. Но требовал не только уборки, но и косметического ремонта. Нужно было все помыть и покрасить, как внутри, так и снаружи. Внутри с домиком никаких хлопот не было. Я все тщательно убрала и подготовила к покраске. А вот с внешней стороной пришлось повозиться. Фасады домика и крышу нужно было тщательно пошлифовать. Это, конечно, заняло достаточно много времени. А еще я поняла, что домик нужно обязательно окопать и убрать дерн, который на него нарастал. Для внутреннего интерьера домика мы выбрали такой светло-зеленый оливковый цвет. Так как розовый нам уже порядком поднадоел, мы от него подустали. Девочки очень обрадовались, что внутри теперь домик будет зелененький. Мы все любим зеленый цвет, потому что нам его, как правило, не достает, не хватает в нашем регионе зелени. Одно из моих любимых занятий – это что-то красить, перекрашивать. Для меня это своего рода медитация. Я включаю аудиокнигу или просто слушаю пение птиц, и мой разум как будто отдыхает. Это монотонное движение кисточкой как-то так тебя расслабляет и отключает от внешнего мира. Конечно, для этого стоит выбрать экологичную краску, которая не будет сильно токсичной и будет доставлять только приятные ощущения при работе, а не отравлять организм. Фасад домика я также решила покрасить в белый цвет и не решилась ни на какой другой. Именно в этом цвете он мне нравится больше всего. Но добавила немножко красок и покрасила наличники в зеленый цвет. Это добавило домику выразительности. У домика также есть совсем небольшая терраса.
И пол на этой террасе я тоже решила покрасить в белый цвет. Не знаю, я думала сначала, что более практично может быть это сделать в зеленом цвете, но решила не изменять традиции, так как изначально он был покрашен именно в белый цвет. И мне нравится, как такие небольшие постройки именно смотрятся в белом цвете. Они становятся такими невесомыми, воздушными и как будто игрушечными. На лужайке рядом с домиком у нас есть такая большая белая качель. Я решила закрасить эти треугольники, чтобы создать единую такую композицию, единый ансамбль, чтобы все между собой гармонировало. И теперь наличники у домика отлично будут смотреться с этими зелеными треугольниками на качелях и создают такую единую гармоничную картину. Они как будто связаны между собой и дополняют друг друга. И теперь, когда мы завершили весь ремонт в домике, и он по-настоящему преобразился, можно переходить к наведению уюта внутри. Для этого я заказала некоторую мебель, которая, на мой взгляд, теперь будет дополнять интерьер и делать его таким еще более игрушечным и уютным.
Первое, что мне показалось самым необходимым в домике, это какая-то красивая настенная полка, на которой можно расставить книжки, игрушки и даже что-то из посуды. Я выбрала такую полочку из натурального дерева, которая изначально не окрашена. Пришла полностью в натуральном цвете, но я очень хочу покрасить ее в белый цвет, так как в этом цвете она будет наиболее выигрышно смотреться в нашем маленьком интерьере. И второе приобретение для домика – это небольшой кофейный столик, который легкие дети могут его спокойно переносить, куда им нужно. И в то же время он изящный и легкий в сборке. Чтобы оживить пространство, в подвесные ящики кашпо я решила посадить небольшие цветочки виолы. Девочки будут сами их поливать, заботиться о них, и я думаю, что цветочки будут расти и радовать нас все лето. А еще в эти кашпо не доберутся улитки, которых в нашем саду уже очень много, и они, как правило, очень быстро поедают виолу и другие цветы. Лавочка у нас уже была, я просто покрасила ее в такой же цвет, как и внутренние стены дома. Также мы сшили такие цветочные занавесочки из хлопка, которые украсили пространство и сделали его еще более уютным. Уютный интерьер всегда наполнен деталями. Именно эти детали хочется рассматривать и представлять того, кто здесь живет. Чем он занимается, какой у него характер и что он больше всего любит. Окружающие вещи могут многое сказать об их владельце. И, видимо, по этой причине так много внимания уделяется этим деталям. Казалось бы, это просто вещи, а за ними стоит душа. Их количество, их качество, их наполнение – все это составляющие нашей жизни. Эти маленькие детали, которые дарят настроение и создают ту самую неповторимую атмосферу, в которой нам хочется находиться.
Как люди, так и пространство, все нуждается в заботе, уходе и внимании. Когда мы вкладываем во что-то свою энергию, это как будто оживает и преображается, начинает жить по-новому и радовать нас. Мы как будто оживляем, становимся волшебниками своей собственной жизни. Я надеюсь, что это видео вас вдохновит на преображение вашего пространства вокруг или создание своего маленького уютного уголка. А мы очень скоро встретимся с вами в новом видео. И до новых встреч, чудесных весенних теплых дней!